Привет, с вами Вилсаком, я нахожусь в секции iProducts на Consumer Electronics Show 2015 в Лас-Вегасе. Как несложно догадаться, здесь представлены компании, которые делают продукты для айфонов. И сегодня я расскажу вам о штучке, которая называется Blend Motion Nex 1. Очень забавная, и вы сейчас узнаете, почему она забавная. Поехали! Спонсор Вилса CES 2015, магазин гаджетов madrobots.ru, подписчикам скидки. Я думаю, по сцене вы уже поняли, что это такое. Вот конкретно этот юнит помещается в женские трусики, и здесь такая специальная конструкция, которая позволяет управлять вашей девушкой, но практически полностью. Причем можно это делать через Bluetooth до 8 метров, либо совсем издалека через Wi-Fi. То есть вы находитесь в одном городе, она в другом, и у вас есть связь. При этом вся эта штука заряжается от USB, один год гарантии, стоит $129. Но компания вышла на рынок с двумя новыми продуктами. Вот это для мальчиков, да, для него пока нету цены, он такой растягивается. Но если вы оптимист и вам нужно, чтобы эта штука растягивалась, то это можно делать. А эта штучка для девочек, и, как видите, есть приложение, которым можно все это, всем этим управлять. Как это остановить? Чё? Стоп. Пауза. Окей. То есть вот такая вот прикольная штука. На самом деле она забавная. Если вы думаете, что это for fun, на самом деле это действительно так. Мне просто нравится, что современные технологии делают вот такие вот странные вещи более доступными, более прикольными. Управлять вот такими вещами через Wi-Fi со своего смартфона. Ну почему нет? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, как обычно. Ну и, блин, прикольно. С вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, подписывайтесь на мой Инстаграм, вообще подписывайтесь. Пока.